Благотворительный десант «От сердца к сердцу» привез в Брестский психоневрологический дом-интернат настоящий праздник. Были и песни, и музыкальные композиции, и конкурсы, и даже хоровод. Несмотря на то, что до Нового года и Рождества еще есть время, приближение праздников участники мероприятия ощутили в полной мере. Сегодня, стартуя, мы просто приглашаем всех творить добро, ведь любовь и добро, наверное, это самое главное качество нашего современного человека. По словам представителей интерната, такие мероприятия очень нужны их подопечным, как источник положительных эмоций и впечатлений. Эти праздники важны и нужны, потому что эти люди, которые находятся в доме-интернате, конечно, они заботой не обделены. Мы их очень любим, очень уважаем. За ними ведется очень домашняя забота. Но все-таки, когда к ним приезжают гости, то есть эти общения для них это более важные. В настоящее время в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов постоянно проживает более сотни человек. Подавляющее большинство – люди до 50 лет, как правило, имеющие врожденные нарушения или заболевания. Зачастую это врожденная патология, нарушение закладки нервной системы, внутренних органов. То есть все это врожденные заболевания, либо приобретенные вследствие черепно-мозговых травм, автокатастроф каких-то или заболевания, которые неуклонно прогрессируют, необратимо прогрессируют. В рамках акции «Чудеса на Рождество» будет проведено более 1000 мероприятий по всей области. Планируется, что активное участие в ней примет около 50 тысяч неравнодушных представителей подрастающего поколения. По словам организаторов, вместе с волонтерами они сделают все возможное, чтобы подарить свое тепло и внимание как можно большему количеству человек, чтобы никто не чувствовал себя одиноким, особенно в новогоднюю рождественскую пору.